Пошлите внутрь. Геленька, здравствуй, дорогая. Ты прекрасна. Ой, извиняюсь. There are many couples who say to each other, you are this right
Совершенно. Есть много легенд, которые говорят, что у каждого человека есть где-то его вторая половинка. Но не всем нам дана возможность ее найти. Не в нашем большом и интересном мире. Это большое счастье, если удается найти спутника, который бы любил, ценил, который бы понимал и по радости прощал. Но также в нашем мире много пар, которые состоят в браке и которые много лет спустя говорят друг другу: «А ты есть моя вторая половинка». Что там? Может быть, это судьба, а может быть, это просто случай, это знаете только вы вдвоем. Но это что-то, оно помогло вам найти друг друга. И ничто не может быть прекраснее того, что вас объединяет любовь, красивые, глубокие и теплые чувства друг к другу. Но помимо всех этих красивых и приятных чувств, нельзя забывать о том, что вступление в брак мужчина и женщина начинается вместе с супругом, что обязывает их проявлять взаимное уважение и поддержку. By marrying, a man and woman start marital cohabitation, which obligates them to respect and support each other. Now, I read out your marital act, what was found on your application. Today, engaged in marriage, Daniel James Kimberly and Angelina Ermer, and you, Angelina, will bear the name of your husband, Kimberly. Ну ведь мало интеллекта, я, простите, я уже с языками запуталась. Теперь я зачитаю вам запись о заключении вашего брака, и которая основана на вашем заявлении. Сегодня, 15 июня 2013 году, заключает законный брак Дэниел Джеймс Кимберли и Ангелина Эрме. И после заключения брака Ангелина, вы будете носить фамилию супруга Кимберли. Daniel James Kimberly. Would you like to have Angelina Ermer to your wife? Angelina Ermer, желаете ли вы сегодня заключить законный брак и взять законную супруга Даниэла Джеймс Кимберли? И если это так, я прошу вас произнести. Да. Да. Теперь я прошу вас, чтобы вы своими подписями подтвердили, что вы сегодня дали утвердительный ответ на мой вопрос о заключении вашего брака. Now, please sign here by this you confirm that you agree here today on your marriage. Сверкали много лет спустя так же, как эти кольца сейчас будут сверкать на ваших руках. Your
way together will be very, very long. I wish you that your love, nice, warm, and deep feelings last till end of your days. I wish you that you feel love and trust to each other. Я желаю вам всего самого хорошего, что жизнь может только вам предоставить. Я хочу пожелать, чтобы ваши красивые, глубокие, теплые чувства друг другу, чтобы они длились бесконечно. И что самое главное, чтобы вы чувствовали себя любимыми и могли доверять друг другу. И в подтверждении сегодняшнего события я передаю вам также и справку о заключении вашего брака, а также мы дали вам эту ручку счастья, которую вы подписывали сегодняшним для вас очень важным документом. To allude to this event, I give you your marital document. Thank you.
Ребят,
Подожди, Эдик, подожди, 2 евро дадим. 2 евро. You like tradition? Now you will know what our tradition is. I told you about. So then, go. Huh? So then, go. Everybody's like, because, yeah,